На детской площадке во дворе дома номер 22 в городке 17 есть и качели, и лавочки, и турники. Но спросом у местной детворы она не пользуется. Причина – неудовлетворительное состояние игровых элементов. С такой жалобой обратились в общественную палату Одинцовского округа местные жители. Оценить состояние комплекса на место выехали общественники и глава муниципалитета Андрей Иванов. Она не пользуется спросом, потому что она в таком плохом состоянии. И в основном все детки играют на нашей площадке 22-32. Ну, там еще детский сад 34. Хорошо, мы выбрали делать у себя ремонтный цех. И просто брать прям элементами, забирать, ремонтировать и обратно возвращать. После обращения жителей сотрудники МБУ покрасили качели и покосили траву. Более масштабные работы, такие как обустройство резинового покрытия, поставили в план. Для их проведения придется временно демонтировать все игровые элементы. В перспективе детская площадка будет расширена и разделена на зоны, чтобы было интересно не только малышам, но и детям постарше.